Спасибо. Так, вот это что? Как понять? Как понять эту хуйню? Как я должен это понимать? Что лучше, что хуже, объясни мне. Есть ли здесь лучше или хуже в этом что-то? Или это золотая середина всего? Я не понимаю концепцию. Если я не понимаю концепцию, значит хуйня. Вот это бан тоже. Вот это бан, иди нахуй. То есть это вообще чушь, блядь. Это вообще конченый человек мог это сделать. Нахуя это было делать с котиком, я не понимаю. О, вот это прикольно. Как эта девочка сделала, надо написать ей, может она и секс с ней, ну, захочет со мной. Красиво. Не, ну согласись. Прикольно, блин. Нормально. Роза Дёртиева. Ничего такая, нормально. Ярослав Бабкин, бан. Бан уебище. Бан. О боже, сука. Это что за хуйня? Что это значит? Как понимать вот эту хуйню? Я не понимаю, типа, чё? Ну, типа, на сцене чел и чё? Нахуй там сидит? Вот это тоже бан. Вот это бан. Алинка выгнала из дома и забрала гараж. Помогите пожилому. Это тоже бан. Тоже бред, чушь, информация здесь идет неправильная. Тоже бан. Вот это бан. Пиздец, вообще просто лютая хуйня. Блять, это пиздец, это школьники сделали, 100%. Да. Одни дебилы, блядь, сидят в этих интернетах, блядь, ничего нахуй нормального, блядь. Вообще ума, блядь, не сделать, придурочные. Сидят уже вообще, блядь, мозги свои, блядь. Пропили этим интернетом. Вот это тоже бан. Бан вот это. Это бан, сука. Бан, бан. А вот тут бана, кстати, не предусмотрено. В целом нормально, я понял посыл. Типа пенчику писюда дают. Я понял, нормально, нормально, молодец. Здесь есть смекалка. Нормально. Пойдет. Нормально, нормально. Вот это нормально, да, молодец. Вот это нормальный процесс. Но тут тоже бан. Ну, пойдет. Ой-ой-ой-ой. Смотря. О боже. Ой, сука, брат, бля. Ой, дебилы. О боже, сука, смотря. Тоже бан челом. Ебать. Это сука. Там даже банан ебать стоит, смотря. Припудренные стоят, жесть, да? Тоже бан, сука. Ох, и бред. Да, сука. Вот это дебилы сделали. Это не человек сделал, это дебилоид. То есть, ну, он думает, что это смешно, типа, техника сломана у чела. И он думает, что, типа, это ебать смешно, пацан технику сломал. Вот когда ты сломаешь свою машину там или что-то, я также буду смеяться с тебя. Понял, Ишак? Привет, дедушка, как твои дела?
Передай привет, привет моей любимой стримерше Алине Мамедовой. Да иди ты на, я хотел понюхать ее грязные трусы. Можешь отправить мне их по почте? А? Скажите, а ты нюхал Алинины трусики? А, не понял, о ком речь, я не понимаю, какой именно, о ком вообще речь, о ком, можешь мне пояснить, я просто не понимаю тебя, ты совсем не с того стороны подошел ко мне, потому что я тебя не понял, понимаешь, ты должен изложить мысль так, как я должен ее понимать, а ты ее излагаешь так, как понимаешь ты, а я не понял. Это тоже бан. Вот это тоже бан. Это вообще уебище делает, конченое. Ну просто чел, это завистники, те, кто завидуют моим мотоблокам, все мои техники, обычно квартирные мутанты, что живет в квартире, им это не суждено, то есть ну, им максимум компьютер и приставка, все. Ладно, тут дальше ничего показывать не буду, потому что здесь, ну, осудительные вещи всякие, ну там всякие, присылаю порнушки там, порно, да. То есть, ну, дальше я не покажу там, дальше просто забанить пацану. У меня в группе уже 500 челов забанили все. Подними ей настроение. Спасибо. Плюс 791 336 394. Ну, если девочка грустит, я могу поднять ей настроение. От нее только мало зависит. Ей нужно поднять мне, а я ей подниму настроение. Вот это тоже бан, сука. Это вообще мне нахуй не нравится. То есть, это конченые тоже пи***. Ну, челы, я даже, ну, знаешь, как-то не особо, не то чтобы обижаюсь на них. Я просто понимаю просто их сущность, тех людей, кто это делает, издевается. То есть, по сути, это просто квартирные люди. А по сути, ну, как можно обижаться на больных? Это один из врагов моих, сука. Это тот, кто делает фотолупы вот эти вот конченые. Вот это его рожа, сука, чмошная. Вот это он. Вот это он, вот это вот рожа, вот это, сука, он делает пакости деду.